Всем привет, друзья! Находимся на улице Луковецкой. Все прекрасно знают, что ее обещали нам отремонтировать. И, в общем-то, в принципе, ее отремонтировали. Как стало известно, вчера ребята даже ночью тут работали. Но позвонил мне местный житель, очень обеспокоен шириной дороги, и говорит, что дорогу заузили, значит, на полметра с каждой стороны. Мы приехали проверить это, предварительно залезли в интернет, узнали ГОСТы дорог. В общем-то, дорога должна быть, минимальная ширина дороги, полосы одной, должна быть 2,75, а желательно 3 метра. И сейчас мы померим и узнаем, по ГОСТу ли сделана дорога или нет. Как видно из кадров, ширина дороги соответствует ГОСТу, ширина каждой полосы приблизительно около 3 метров. За качество мы не знаем, но ширина соответствует ГОСТу. Так что, друзья, ваши опасения были напрасны. А сейчас мы, наверное, доедем до администрации и посмотрим, как там проходят ремонтные работы. Погнали! Ну что, друзья, мы телепортировались на будущую центральную площадь нашего города. Значит, работа кипит, несмотря на то, что выходные. Люди стараются, все шуршат. Видно, хотят успеть в сроки заявленные. Сейчас поснимаем, покажем, как проходит работа. Да, самое главное, чуть не забыл. Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто принял участие, значит, в решении проблемы со столбом. Предыдущему ролику, кто не видел, посмотрите про столб. Значит, устранили проблему на следующий день. Уж не знаю, что повлияло, выход ролика, либо это так запланировано у них было. В любом случае, проблема решена. Всем огромное спасибо. Так держать. В общем, друзья, работа кипит, все отлично, все хорошо, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, для нас это очень важно.